Ямничковое лицо. Ты из какого города? А ты из какого? У нас плюс 28, но у нас примерно так же. Да, хомячковое, да, лицо? Я сегодня как хомячок. Да нет, вроде. Да как нет? Я сегодня с утра проснулась, смотрю, думаю, что за фигня? Ладно, думаю, пойду в салон. Сходила. И ничего не поменялось. Немножко озадачилась. Ну ладно. Волосы торчат. Эх, ма, лето не зима. Ну что, овощи помыть-то надо? Ты с какого города? Кирюшечка, да с какого, зачем оно надо? Господи, кому какая разница, кто с какого города? Никто никому в гости не поедет. Это не это. Сегодня нет этой викторины. Good afternoon. Но если ощущаешь себя хомячком, будь хомячком. Не чувствуй себя лохом. Правильно. Просто интересно. Ну вот. Просто. Я скажу тебе, я там с Хабаровска. Просто. Сейчас вернусь, ребят. Часть огурцов, еще часть. Так, что там было написано? Ничего, пропустила что-то. Так, я был в павильоне Хабаровского края на выставке «Россия». Клево. Ты действительно с Хабаровска? Да нет же. Может, я приеду в твой город? И что, мы с тобой увидимся? Ты на мне женишься, и мы будем жить долго и счастливо, еще родим детей? Это за мантру. Я как раз всю жизнь мечтала об этом. Ты поженилась вчера. Нет, я не женилась. Я могу только выйти замуж. Я ни на ком не женилась. Я был в 29 городах России. Ты дальнобойщик? Приветик, очень рад тебя видеть. Привет, Димочка. Я давно уже не сплю, думаю лишь о тебе, о тебе, о тебе. Нет, я люблю путешествовать. Ты не работаешь, ты только путешествуешь или ты путешествуешь по работе? Кирюша. Я давно уже не сплю, думаю лишь о тебе, о тебе, о тебе. Тебе, о тебе с предками. А сколько тебе лет, Кирилл? Я учусь еще. Так ты у нас еще малыш. Ой, ну тогда прости, что я на тебя наезжаю. Я думала, ты у нас уже закоренелась. Сегодня будем одежду видеть. Шараги. Ага, я поняла. Кто любит колбасу? Докторская, моя любимая. Садово-парковое и ландшафтное строительство. Садово-парковое, наверное, и ландшафтное строительство. О, ты у нас будешь дизайнером красивых мест. Там нет мяса. Но я не делаю окрошку с мясом, я делаю окрошку с колбасой, уж простите. А нарядов нет, у нас сегодня окрошка. У нас практика сейчас. Где ты проходишь практику? Что ты там создаешь? Какие ландшафты? Да, буду делать города лучше. Так, полетела колбаса. Со второго курса на ВДНХ буду проходить. Клево. Вообще молодец. Это очень хорошо. Я бы так сказала. А зачем я выкинула? А, ты что, порвала? Браво, браво. А че я не поняла это? У меня тихо все в аудитории. Что у нас сегодня? Тишина в библиотеке? Или я сегодня слишком... Ты была в Дагестане? Не, я не была. В Дагестане я не была. И, наверное, не особо хочу туда.
У нас окрошка. Да. Вам в лотерею какую-то. Да. Хочешь поехать в Дагестан? Не, не хочу. Я что там забыла-то в Дагестане? Да, интересно. Красота природная, наверное. Угу. Да, она везде у нас. Красота. Наверное, красивый. Вполне может быть. Я не отрицаю. Самый древний город в России. Вот что у меня какая-то историческо-культурная, да, вечеринка сегодня. А где тусовочка 18+? Давайте о чем-нибудь интересненьком поговорим, пока я тут готовлю. Так вот сделаем, чтобы мне было удобно читать. Все игнор. Да, наверное, потому что еще все с работы едут. Рано я вышла, но уж извините. У тебя есть место в мире, где бы ты очень хотела побывать? Да я, в принципе, хочу побывать во всем мире. Не просто попутешествовать, а познать этот мир. Как он устроен и чем он наполнен. У тебя щечки свои? Нет, наклеила. Щечки. Раз так прилепила. У тебя только дочь? Да. Что готовишь? Окрошку. Я бы хотел Антарктиде, погоди, как-нибудь побывать там, интересно. Я думала, да. Ну и ладно. Что, тебя не устроил мой ответ про щечки? А в России бы очень хотел побывать на Байкале. Ну так, а чё бы нет? Ты же уже везде так много мест побывал. Чё, не бывал ещё на Байкале? Ой, блин. Вау. Да, у нас, короче... А вечер вкуснятинки. Вечер вкуснотишки. Так. Да уж, я хочу сказать, так себе.